Здравствуйте! Перед вами две розетки одного сорта. Селекция Татьяна Валькова «Ливень». Одна розетка темная, да, другая светлая. По сорту должны быть темные листья с кремовой пестролистностью. Пестролистность присутствует, но по краям. И темно-синие цветы с розовым фэнтези, крупные, махровые и полумахровые, еще до конца распуска нет, чтобы увидеть. Да? Если посмотрим сюда, то здесь, наоборот, небесно-голубого цвета цветки с белым фэнтези и салатовой каймой, тоже махровые, полумахровые. Но если посмотреть вот с этой стороны, то здесь появляются синие цветочки с розовым фэнтези. А это вообще вперемешку розовые фэнтези и белые на голубом. И эта розетка светлее, у нее есть вот несколько листов затемненных. Ну, мне нравятся обе. Они обе у меня будут. Да, и сорт. И по сорту, и спорт. Посмотрю, может быть, он затемнеет розеткой и тоже станет цвести по сорту. Но даже вот не по сорту, мне очень любо смотреть на эту красоту. Вот две такие красавишные у меня есть.